Mīļie skolotāji, šodien mēs svinam visjaukāko skolas svētkus – skolotāju dienu. Skolas sirdspuksti ir skolēni, bet skolas stiprums – skolotājs. Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa. Tik ilgi būs skola un pasaules šī, cik ilgi būs skola un skolas dvēsele. Skolotājs. Visu skolēnu vārdā sveicu jūs šajos svētkos un ceru, ka dienas sagatavotie apsveikumi un pārsteigumi sniegs jums gandarījumu un dāvās nelielu atpūtas brīdi šajā steidzīgajā ikdienā. Uzstājās 12. Klases skolēns Anton Dronov un 9. Klases skolniece Darija Čumaka. Dziesmas autors Anton Dronov. Īpaši,
Mēs gribam piedāvāt izpildīt dažus uzdevumus no vis jaunākās programmas, jo kā var zināt, ko jums liks aprobēt vai izdomāt. Un tā, sākām stundas, un stundas jums novadīs skolotāja Simona. Labrīt, skolēni! Доброе утро, уважаемые ученики! Сегодня вы не учителя, сегодня вы наши ученики. И спасибо, Сергей. Сережа, спасибо, Сережа. Спасибо. Бонус, плюс один пункт вашему классу. Итак, в свете новых программ и стандартов предлагаем вам апробировать урок русского языка. Внимание на экран. Тема урока – музыкальные антонимы. Но, конечно же, нужно вспомнить, что такое антонимы. И мы пойдем, нет, ну, конечно же, не к вам, мы пойдем вот к этому столику, чтобы спросить, что же такое антонимы? Вот, ты же недавно учишься в школе. Антонимы, что такое? Я с ботинками. Скажи, пожалуйста, к антонимам имеет значение слово антонимы? Называется антоним. Это? То, что антоним придумал. Слова противоположные по значению. Но в этом уроке будут принимать участие не все, а только два класса. У вас на столе лежат фигуры. И сейчас мы выясним, какой класс, два точнее, будут участвовать в данном уроке русского языка. Это пятиугольник. У кого пятиугольник? Аплодисменты, класс пятиугольнику. И это круг. У кого круг? У нас. Это не круг. У кого круг? Аплодисменты. Круг и пятиугольник. Итак, на экране. Сейчас на экране вы увидите названия песен. Но эти названия антономичны оригинальному названию. Посмотрим на первое название песни. Участвуют только два класса. Кто быстрее догадается, что это за песня в оригинале? То есть, так, у нас есть первый ответ. Совершенно верно! Конфетку, пожалуйста, пятиугольнику. Анна, конфетку пятиугольнику. Следующее название песни. На дереве лежала саранча. Так, в траве сидел кузнечик, абсолютно верно. Аплодисменты кругу. Третья композиция. В пустыне погиб Баобаб. В пустыне погиб Баобаб. В лесу родился ёлочка. У нас должна команда отгадывать. В лесу. Пойте. В лесу родилась ёлочка. Правильно. Конфетка пятиугольнику. Четвертая композиция. Нет, никогда луны не станет. Пусть всегда будет небо. Правильно. Конфетку. Но тогда обеим команда, потому что они одинаково сказали. Следующая композиция. Храбрец отдыхает с мечом. Молодцы. Всем по конфетке. Вот видите, к концу урока вы уже поняли, что нужно делать. Трус не играет в хоккей. Совершенно верно. Шестое название. Привезу его в пустыне. Тебя к снегам. Совершенно верно. Конфетка у нас классу круг. И последнее, седьмое. Надо взбодриться. Почти все позади. Вся жизнь впереди. Надейся и жди. Совершенно верно. Аплодисменты. Итак, класс круг и класс пятиугольник справились просто на отлично с первым уроком русского языка. Второй урок. Дети, ну я бы работала с вами, но перемена, конечно же, для учителя, но я позволю вам сегодня отдохнуть немножечко, поэтому перемена.
А сейчас выступление учеников 12 класса Марии Понятовской и Стефана Григелеса. Песня на стихи Сергея Есенина. Заметался по шагу, позабылись родимые дали. Первый раз я запела любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, но на женщину зелили платки. Разонравилось пить и писать, и теряться в жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаза до карий омут. И что прошлое не любя, ты уйти не смогла другому. Поступ нежный, легкий и стар. Если б знал ты сердцем упорно, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я в навеки забыл кабаки, и стихи бы писать запросил. Только в том бы касаться рты, и волос ты цвета осень. Я в навеки пошел за тобой, по своим, по чужим. За музыкальную перемену. Ну что, детки, вы не устали еще? Не устали. Ну тогда давайте же узнаем, кто будет участвовать в следующем уроке. А в следующем уроке примет участие у нас прямоугольник. Поднимите руку, кто прямоугольник. Хорошо, мы поняли. И трапеция. Кто трапеция? Отлично, такие активные. Кто трапеция? Мы. Хорошо, прямоугольник и трапеция. Задание непростое. Стунда стема, муздену, латвешу болото, яунешу сленкс. Ну, давайте начнем с того, что узнаем, а что такое сленг. Кто знает, кто может помочь, что такое сленг? Анна, Анечка, что такое сленг? Разговорное выражение молодежи. Разговор, то есть вас. Вы же молодежь? Да. Вот ваше разговорное выражение. То есть перед вами у двух команд, у двух классов, которые сейчас будут участвовать, будет находиться листочек с данной информацией. Покажите, пожалуйста, на экране. На экране, пожалуйста, покажите. Спасибо. Значит, с левой стороны у нас сленг, с правой стороны у нас объяснение. Все остальные ученики могут уже думать, что это такое. А классы, которые у нас участвуют, они должны соединить. У вас на это ровно минута. Сея. Вайпс и Сея? Нет. Зоэкане. Юс команда Кодома? Нос конюэмс. Фарейзи. Тас и нос конюэмс. Вайпс и нос конюэмс. Конфетку, пожалуйста. Давайте. Хорошо. Следующее слово. На флексе. Флексе. Тас и флексе. Паска и рот. Паска и рот. Is Pietri tāda? Kas jums tādīgs ir atbilde? Lielīties. Lielīties. Pasmotram, kā niešnaži prāļa tā lielīties. Kā ir pietu uzrabāt par pirmo koliņķiem? Učinītu Sandu nepatskāstu? Nē. Tā, trīķi ar slova. Žībene. Žībene. Kā tu domāsi, ko tev ir žībene? Pačka? Počtene? Tā. A vai kā domāsi? Tožu saglāsni. Pasmotram. Я живен, то есть кошка, конфетка, команда. Обе команды справились. Потет. Как это потет? Потет, паскайрот мати, там вы как думаете, тоже согласны? Я вот как молодая мама подумала, что это делать прививки. Но, видимо, нет. Паскайрот мати, совершенно верно, конфетки, команда. Следующее слово у нас... Кёбис. Кёбис, как вы думаете, что такое кёбис? Сея.
Це я, вы как думаете? Мы думали гарлайтик-стилок. Гарлайтик-стилок. Давайте посмотрим, что же такое. Сеня! Конфетку команде. Дробец. Хорошо. Следующее слово. Бэйбэ. Симпатичная девчонка. Да. Симпатичная девчонка. Я бэйбэ. Хорошо, пожалуйста, каждый конфетки. Снова следующее слово. Кекс. И последнее слово сене. Как это сене? Гарлайтик силвек сене. Хорошо, ну представим, что вы все выросли и стали учителями. Ну так, теоретически. И вот вы заходите в класс, ну как-то вам нужно пообщаться на языке детей. Вот что вы им скажете? Пожалуйста, Вероника. У вас какое-нибудь одно выражение? Такого никогда не будет, не радуйтесь. Хорошо, аплодисменты нашим двум классам. Приятно справиться с заданиями. И у нас перемена. Вот всегда есть ученик, который хочет в столовую. Столовая чуть попозже, а сейчас перемена. Un tagad mēs piedāvājam jums... Jā. Tagad mēs piedāvājam jums noklausīties dziesmu skaistajā literārajā valodā. 12. Klases skolēnu Marijas Paņitovskas, Artjomā Baraņāna un Stefana Grigiļa izpildījumā. Dziesma ar Annas Rancānes vārdiem. Runa par vienkāršām lietām, par taurinību balta uz plēcā. Par to, kā viesus nāk rūdens, nopietnāks ir vārds un vecās. Nāk zālā un sasveicinās, mums kādās tevi kā māsā. Runa par vienkāršām lietām, kad vai pavasaru lasi. Nejaušu, nepieklājīgu, uz vaigālu, uz rūs vai uz dūres. Norastu, nostu, runa, kaut vai par putnu būri. Strāstīce neizlītojuši, tūši, kirši. Tādā ir ļoti, kas iebaidiet, un vienkārši dziet par viršiem. Runa par vienkāršām lietām, par taurenīm balta uz plecā. Par to, kā viesus nāk rūdens, nopietnāks ir mans un vecāks. Nāk salna un sasveicinās, un skatās tevi kā masa. Runa par vienkāršām lietām, kāp vai par asaru lasi. Нашу музыкальную перемену, а мы продолжаем наши уроки. Итак, кто же будет участвовать в следующем уроке? Это класс сердца и это класс треугольник. У кого треугольник? Так, значит, сердце и треугольник. Самые существенные изменения коснулись, кто бы мог подумать, урока музыки.
Теперь каждый уважающий себя педагог просто обязан свободно ориентироваться в самых современных музыкальных тенденциях. Итак, тема урока – музыкальный свежачок. Перед вами список композиторов, певцов, групп или рэперов, как они сами себя называют. Да, ученики, я понимаю, что вы их знаете. Немножечко потише. Итак, вы сейчас услышите композицию. И вам нужно будет угадать, ну или может вы знаете, кто ее исполняет. Но прежде чем мы приступим к заданию, давайте вообще прочитаем этих великих известных композиторов. Первый это кто? Моргенштерн. Сергей Леонидович, Сережа, прочитай, пожалуйста. Моргенштерн. Кто знает Моргенштерна? Как вы понимаете, он популярен среди молодежи. Второе название Леонидовича. Лил Кристал. Правильно произнесли? Лил Кристал. Хорошо. Итак, мы слушаем первую композицию, потом я каждому классу даю выбрать, кто же это поет. Дети, не подсказывайте. Не подсказывайте. Иначе мы вас выведем из класса. Первая композиция. Слушаем. Следующая композиция.
Поэтому мне придется ее заменить. Но как смогу, но так историю вам и расскажу. Какие же классы будут участвовать? Оставшиеся это овал. Кто у нас овал? Вы. Овал и шести. Известный. Угадали? Хорошо.
Хорошо? Итак, урок истории. Перед вами будут фотографии разных лет. Тема урока – спрятанный исторический объект. Перед вами будут фотографии разных лет, школьных, естественно. И на этих фотографиях будет какой-то из объектов спрятан, зашифрован. Ваша задача мне сказать, что спрятано под символом неким. Готовы? Первая фотография. Какая медаль висит у этой девушки? Какая медаль висит у девушки? Золотая. Золотая. А вы как считаете? Точно так же, золотая. Потому что Сереженька был у нее кто? Классно руководитель. Так получилось, мы не подставляли. Диана Любошанка, и это золотая медаль, совершенно верно. Конфеты, пожалуйста, обеим командам. Фотография номер два. Что в тарелках? Как вы думаете? На фотографии есть некие подсказки, которые вам подскажут, что на фотографии в тарелочках. Мы сначала спросим у вас, как вы думаете, что в тарелках? Бутерброды горячие, вы думаете? А вы как думаете? Я думаю, тоже бутерброды. То есть баночка суи вас не смущает? Это суши, конечно, как и бутерброды. Смотрите, Антон, мы только суши готовили. Следующая фотография. Чем так мило Сергей, Сережа кормят нашего Сашеньку? Чем? Блинами. А вы как считаете? Блинами. Посмотрим. Я там рюмка. Конечно, блинами. Молодцы, оба класса. Следующая фотография. Ну, а тут быстро нужно среагировать. Что за символом красным, за кругом? Часы. Часы, конечно, подсказка прямо перед вами. Молодцы. Следующая фотография. Что за объект? Позади. Что там стояло? Это было всего в прошлом году. Что там было? Вы не участвуете, Наталья Геннадьевна? Груша для битья в маленькой школе? Нет, вы не участвуете. И это, конечно же, елка! Команда шестиугольников выиграла. Следующая, но груша тоже ничего. Следующая фотография. Это очень сложный вопрос. Посмотрите внимательно на одежду, на обувь, на все-все подсказки. У Иды Константиновны в руках шарики. И на шариком год, когда 1 сентября на данной картинке и происходит, точнее, что это за год. Обсудите, у вас есть 20 секунд обсудить. Подумайте. Вы думаете 2008, а вы как думаете? Ну, 12. 15? 2010? Предположите. Я думаю, что 70. 70 на школе. Нет, там год. Там 1000. Там год. На шарик. Давайте посмотрим правильный ответ. Это 2009 год. А между прочим, 1 сентября, когда я была в 12 классе. Не знаю, почему шарики были Константиновны. Видимо, ей вручили. Следующая фотография. Это наш домовенок, кто не знает, находится в кабинете заучи. И если вы внимательно на него смотрели или вот на данную композицию, то вот там под кругом кое-что спрятано. Как вы думаете, что? Герб или флаг, значит, думают. Анна? Герб. Герб. Посмотрим. Это просто лампа. Не герб, не флаг, просто лампа. Следующая фотография. Тут даже не пришлось ничего прятать, потому что он сам спрятался. Кто это под цветочком? Кто это? Это Новый год. Это Новый год, совершенно верно. Кто под цветочком? Как вы думаете, кто это? Сергей Марковец, вы думаете, а вы? Константин Борисович считаете. Ничего, что Константин Борисович прям на две головы выше Валентина Анатольевна. Но правильно ответила у нас команда шестиугольников. Это Сергей Сергеевич. Нету фотографии подтверждающей, потому что это оригинальная фотография. Но поверьте мне на слово, что это Сергей Сергеевич. Следующая фотография. С кем разговаривает Элла Валерьевна? И откуда в учительской такой стол был? Это лично вопрос от меня.
С кем разговаривает Элла Валерьевна? Как вы думаете? Ну, я знаю, все равно с кем-то разговариваю. Я подскажу, этот учитель на данный момент не работает в школе. У них одинаковые предметы. И они, я так понимаю, подарили это классным руководителям. Что это было? Цветы. Вы думаете, что это корзинка с цветами, а вы думаете, что это? Сердца. Жанна Ивановна, что это было? Она ушла. Посмотрим, что же это было? Это были сердца, конечно. Они подарили, я так понимаю, это классным руководителям. Следующая фотография. Что в руках у директора? Что у нее в руках? Как вы думаете? Медаль. Ну, предположите, учительская. Ну, а что директор может делать еще в учительской? Фотоаппарат. Кушать. Это аппарат, вы думаете? А вы думаете, что? Ладоши хлопает. Фламенко. Нет, у нее что-то в руках. Телефон. Телефон. Посмотрим. Видеокамера. Ну почти, мы дадим конфетку за то, что ответил фотоаппарат. Следующая фотография. Очень сложно. Что находится под стулом у Карины Александровны? Смотря остальные фотографии, подскажу вам, с этого праздника это все стояло у детей, и потом они это, я так понимаю, подарили учителям. Вот что это такое было? Куклы? Так, вы что думаете? Кружки. Ну давайте посмотрим. Потому что там стоит просто пакетик. И в этих пакетиках вам что-то подарили. Вы такое помните? Да, кружки. Кружки были, да? Отлично, вы ответили кружки, засчитываем вам кружки. В пакетиках лежали кружки. Следующая фотография. Это самый интересный вопрос. Что и почему на голове у директора? Главный вопрос, почему? Корона. Да. Это 70 лет в школе. Мне кажется, нет. Нет. Это раньше, чем 70 лет. Там Эдуард Янович еще есть. Очки на голове у директора. Вы как думаете, что на голове у директора? Корона. Корона. Посмотрим. Диадема! Давайте спросим у директора, почему? Директор, почему у вас на голове диадема? Подарили. Подарили? Дети. И вы не смогли не надеть. Ну, правильно. Хорошо, спасибо. Огромная диадема. Следующая фотография. Что в руках у Владимира Викторовича? Чехол. Вот дети сразу отвечают на этот вопрос. Потому что они знают, что у него всегда в руках. Да, конечно, это ключи, потому что они всегда с ним, его связка. Хорошо, спасибо огромное за урок. Перемена. Вот так. Dzējolis, Poļīnas un Matvē uzminu izpildījumā. Pirmā A un trešā B klasa. Она стояла перед классом, всех поприветствовала сразу, взглядом окинула детей, весь класс был очарован ею. Учитель речь произнесла, что рада видеть всех она, что одинаково всех любит, любимчиков иметь не будет. Ее слова неправдой были, был в классе тот, что не любила. В грязной одежде тихий мальчик сидел за партой в комок сжавшись. Он плохо пах, был нелюдим, сидел за партой один. Никто с ним в классе не дружил, весь класс шестой о нем забыл.
Однажды завуч этой школы просила дать анализ новый характеристикам детей и отчитаться перед ней. Взялась руководитель классный за дело быстро, не напрасно, она вела их только год, но знала всех наперечет. И так мальчонку не любила, что напоследок отложила, но как была удивлена, когда его досье прочла. Он лучезарный, умный мальчик, писал учитель в первом классе. Все пишет чисто, аккуратно, учить его всегда приятно. Учитель пишет во втором, он лучший ученик во всем. Его семью беда застала, неизлечимо больна мама. Смерть мамы потрясла его, учитель пишет про него. Он засыпает прямо в классе, разбило мальчика несчастье. Друзей не стало у него, на автомате он живет. Прочла, за мальчика обидно, вдруг за себя ей стало стыдно. Но хуже и стыднее было, когда подарки ей дарили на Новый год ученики с бантом красивые кульки. А тот, что самый нелюбимый, принес подарок некрасивый, простой коричневой обертки. Смеялись дети с его свертка. Учитель смех остановила, воскликнула: «Как же красиво!» Сиял браслет его на ней. В нем не хватало 5 камней. Еще там был флакон духов, не доставало до верхов. Она побрызгала тотчас же духи на шее и запястье. Был мальчик счастлив, улыбался. После уроков задержался, сказал учительнице прямо: «Вы пахнете, как моя мама». И ни одна душа не знала, как после слов таких рыдала. Ночи не спала, а поутру стала учить детей добру. Так пробегали день за днем, он лучшим стал учеником. Учитель всех детей любила, его же больше всех ценила. А через год жизнь разлучила, она теперь других учила. Под дверью класса своего нашла от мальчика письмо. В письме он признавался ей, что лучше всех учителей из тех, что были у него, за жизнь короткую его. А через 5 лет еще письмо. Он пишет с колледжа его, а дальше университет. Лучше ее учителя нет. Еще прошло немного лет. Стал доктором, теперь студент. Учителей хороших знал, лучше ее не встречал. А годы шли, он возмужал. Учителя не забывал, все продолжал ей письма слать, она ему теперь как мать. В одном письме ей написал, что свое счастье повстречал, что скоро свадьба у него, просил приехать на нее, что в этот день счастливый самый была с ним рядом место мам. Ее нет ближе на всем свете, она согласием своим ответит. Браслет одела с янтарями, с недостающими камнями, духи купила его мама, пусть будет он счастливый самый. При встрече обнялись они, родные он узнал духи, эмоций тех не передать. Он обнимал родную мать, а после радости и слез слова такие произнес: «Спасибо вам за все, что было, что верили, что дали силу, что нужность чувствую свою, что верю я и жизнь люблю, что доброте меня учили, вы для меня примером были». В слезах ответ дала ему: «Нет, это ты учил добру, не знала, как учить порой, пока не встретилась с тобой». Спасибо огромное нашим ученикам. Полиночка у нас учится в 1-м классе, а Матвей уже в 3-м классе. Мы хотели бы выразить огромную благодарность маме этих прекрасных детей, Анастасии Кузьминой. Она выросла это стихотворение с ними сама. И это не первое, не последнее стихотворение, поэтому аплодисменты Анастасии. И бурные аплодисменты нашим юным. Thank you.
būt skolotāja, tā ir ne tikai liela atbildība. Tas prasa arī īpašu talantu un dotības, ko jūs šodien spilti apliecinājāt. Skolotājs ir tas, kurš rāda, kā celt tiltu no cilvēku uz cilvēku, kā gūt zināšanas un augt pieredzē. Mēs jums novēlam, lai pietiek enerģijas un spēka katrai dienai un katram bērnam. Lai jums vienmēr ir prieks par saviem audzētiem un stipra veselība. Paldies jums par jūsu darbu. Skolotāju sveic sākuma skolas koris. Куда мы без нашего 12-го класса и лучшего класса в родовом?
попозже, на месте ли там что вообще, вы узнаете чуть попозже. Ну а сейчас в столовую! Небольшое чаепитие. А в 5 часов вечера мы вас ждем здесь на нашу вечериночку. Спасибо огромное!